Все, все норм. Так, пошел стрим. Да, пошел стрим, слава богу. Сейчас Twitch проверю еще раз. Короче, на Твиче, Ютубе, если лаги будут, сообщайте мне, потому что всякое может быть, но я не факт, что их получится и пофиксить-то вообще. Так, что-то пить охота. И не мне, а Фоллауте. Пью-пью. Крутой пистолет, сильно по 5 тратит. Так, а теперь я хочу посмотреть, как работает этот. Скилл мой, что с животными дружу я. О, смотрите, не нападают. Опа! А это что такое? На робота квест сработал. Вот это да. Я ждал этого, ждал. Could you bring your robot to one of our patrols so they can examine it? I'll have the robot mark the location on your map. Опа. Hi. Sorry to break in. He sounded truly riveting. I don't want to keep you much longer, but I'd like to make a counter suggestion. I'm with the followers of the Apocalypse. Ну да, две фракции создались. Отлично. Of technology than those Brotherhood people. Bring your robot to us. We'll see that whatever information it may have on it is used for the greater good. Ну это круто, короче. Койот, мать семейства, здорово. Будете мне помогать? Надо второй скилл брать, они там мне помогать будут биться с всякими гадами. Вот, но... Опа, какие-то красные точечки. Так, кентавр ходит, пес.
Так, кажется, здесь радиация. Началась. Я помню, что здесь радиация была. Бля, просто так крита шанс падает в этом. Без шлемачка. Так. Сейчас, секундочку, ребят, чатик что-то ползает, гудгеймовский. Какого работягу? Это вот его наркоманы здесь ходят, что, не видишь, что ли? С работягами я дружу вообще. Ну все, это круто. Сейчас мы квест выполним на... на робота. Так, очень дальнобойная, я тут делаю вещи.
Там подо мной-то паук какой-то ссаный ходит. Ладно, с койотами я дружу, койотов стебать не будем. Сейчас, погодите, дайте-ка я боезапас драну. Так, ладно, знаете что, пора пойти, наверное, тогда это, робота куда-то сдать, короче. Я читал, что у братства стали 20, 12 плюс брони ему будет, и как-то он там по виду изменится, а у этих будет плюс дэмэдж, и по-другому он добивать будет. Так что я думаю, что надо пойти, короче, ну, вот туда, к ним. Где робот-то вообще? Got something good for me? Is it a dress? Так, погнали, оружейники сгоняем. Welcome, sir. Да, есть винтовка Гаусса, кстати, прежде чем робота грейдить идти. Я вот думаю, может сохраниться, как бы сходить, короче, к этим. Сходить, короче, к братству Ствали, сохраниться перед тем, как туда зайду.
Грейдануть у них робота оставить, ну, 3 дня прождать, посмотреть, как он будет выглядеть на месте, где он хранится, как бы, и потом пойти туда грейдануть, чтобы 2 варианта посмотреть за раз, потому что чё ж не буду второй раз всю игру проходить, чтобы это робота перегрейдить заново. Давай, мне ремонт требуется, братан. Все, до свидания. Так, какой у него шлем, кстати, Грей же на Веронике. Она не может. Лучше пусть тостером бомбит всех паладина, потому что у нее нет этого. Она не хочет прототип Тесла брать. Давайте-ка, да, короче, знаете что? Пойду-ка я к братству Стали схожу. Просто я сохранюсь перед тем, как сюда заходить, вот к ним вообще. И посмотрим 2 варианта, как этот робот будет выглядеть. Этот квест просто я давно хотел пройти. Вот, но он все, он автоматически появляется. Это как бы другой квест. Я не знаю, почему он именно в этом месте загорел со мной, где койоты живут. Так что я хз, ребятки. The one with that robot. I was hoping you'd bring him my way. I can't say that I... Really? What kind of logs? What kind of data does he have on it? Did you say Poseidon energy? I've been researching some Poseidon projects here. Do you think you could leave your robot with me for a few days? I have some materials that I can use... Все, робот улетел. Сейчас пойдем, короче, в точку сбора, где он должен тусоваться, как бы он должен вернуться на место квеста, по идее, как бы этого, то есть в прим, где у челика я, собственно, у этого его и нашел. Вот, но придется подождать 2 суток, я так понимаю. Сейчас посмотрим, на что этот робот будет похож. И тогда 2-й вариант грейда у Апокалипсиса братьев, короче. Последователь, точнее, Апокалипсиса, это братья Стали. Мы посмотрим его. Я постоянно что-то воды не хватает. Надо воды закупить где-то.
Так, Прим, где там Прим-то? Вот он, Прим. Через час, ребят, жеребьевка рушит на СГСЛ. Посмотрим ее по приколу. Вот. I say kill them all. Hey there, youngster. Хрена тут у них. Pleasure doing business with you. Давайте ждать стоять. По идее, робот здесь должен потом оказаться. Он же здесь лежал. Куда ему деваться-то еще? Все спутники возвращаются на старое место свое. По идее. Дай-ка пожрать-то. У него журнал вот появляется, только не понимаю. Интересно, не сдохну я сейчас от обезвоживания вообще? Какой топ? Каждый спутник возвращается там, где он и был. Все всегда на своих местах стоят. Просто сколько ждать, я хз, здесь этого робота надо. О, сейчас от воды подохну. И спать охота везде, короче. Бля, не дает меня поспать, он гад. Куда я хотел сказать, там Новок я хотел сходить. О! Смотрите, Д вернулся в Прим. Написали мне, отлично. Сейчас посмотрим, как робот улучшился там. Комната Мэнни Варгаса. А где моя-то? А, моя сверху комната. Здесь и сундук есть, и щемануть можно. И вода есть, кстати. Даже.
Пофиг, пью с радиацией, потому что... Потому что я просто это делаю, чтобы, соответственно... Характеристики не проседали. Сейчас я робота этого посмотрю, как он выглядит вот после грейда Братством Стали. И, соответственно, его поведу к апокалипсисам, исследователям. Вот, смотрите, как он стал бодренько выглядеть, прикольно. Вообще, да, такой стал красивый, короче, такой прям. Я левел тут схлопотал, да? Давайте 88. И здесь 88 тогда накачаем. Пойдемте кого-нибудь разрулим с роботом, с этим. Кого там нам разрулить-то надо? Даже не знаю, пойдемте НКРовцев зашатаем. Все равно тут заново надо будет мне. Где робот-то? Где вообще все? Чё, понятно, здесь шатать некого особо. Кого пошатать-то можно попробовать. Бля, я его с собой не взял. Вот я даю. Надо же его за собой было взять. Идиото. Все, погнали, братюнки. Ну а стрип биться с этими роботами сраными другими. Да этот робот вообще неубиваемый стал. Красавчик. Блин, смотрите, такой вообще, да? Стал грейженный прям. Давайте, ладно, возвращаемся на сохраненку. Посмотрели, что на Братстве Стали, как. Это для тех, кто в записи будет смотреть, и для меня самого, потому что я-то вообще в эту игру первый раз играю. Так. А теперь на фрисайд идем. Не будем грейдошить его по-другому, соответственно.
О, летит, 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 смотрите. Подгон от короля. Ну давай, подгоняй. Два стимулятора такой принес мне, молодец, братан. Король шнырька послал. Так, где тут кто сидит? Прямо, да? Да. Нету никого. О! А это кто такой? Игрок. Thank you for coming. Зачем он тебе нужен? I've heard through our channels that it has some research that may... I'd like to get what I can from it and use that data for the good of... The Brotherhood is all about keeping technology... They are isolationist and belligerent. First, I'm gonna pull off whatever log data I can. Then I'll use some of the tech around here to upgrade its weapons. А вот здесь всем система вооружения улучшат они. Thank you. I'll get it back to you. То есть у него будет крит лучше и дэмэдж лучше. Давай, молодец. Отлично. И все, тетка испарилась, это сразу, короче. Ну все, блин, это я вот просто все время хотел этого робота грейдануть, квест этот выполнить. Все. Теперь у меня на Буна, я на спутников квесты выполнил. Кэс вот сидит, кстати, вторая моя подруга. У меня уже две подруги. Я ей шматье тут оставил. Вот. На нее квесты выполнены. Сейчас на этого будет выполнено. Надо будет еще нас других выполнить. В баре воды не продается, что ли? Отлично. Давай, давай, пойду я. Опять чатик умотался. Да что такое? Так, нужно куда-то. Ну пусть робот пока делается, я этот вариант оставлю этому роботу, как бы, получается. А вот, давайте собачью жизнь пока выполним тогда. Так. Мне надо к королям собачару забрать и пойти ее грейдануть, короче. Вообще, я хотел грейдануть ее, когда уже поговорил с этими. С легионерами. Для чего? Для того, чтобы она максимум бонусов получила, как бы.
Мне там с собаками придется бить. Может, в натуре ее позже грейдануть? Дайте позже ее грейданую. Какие рядом враги находятся, еще не понял. Помог королю. Давайте хоть это задание выполним. Я не знаю. Левелок, левелок. Я до 88 оружия, энергооружия качну. Для чего? Для того, чтобы оставить 12 под 3 книжки, как бы, бонусов. И вероятно, я когда-нибудь где-нибудь еще найду книжки. Уже не все локации обошел, да и не на всех точно я находил все. А локации тут еще достаточно... Кстати, я большую часть, процентов 80 уже локации найдены, и там я бывал. В Рипконе больше нет гулей, братан. Really? Unbelievable, man. I knew that wasn't gonna be easy. But I had a good feeling about you. You look like you've been through a lot. Okay, I'll tell you everything I know, like I promised. The guy you're looking for, Benny, he was traveling with some members from my old gang. They were going to Boulder City. No clue. I know Benny hadn't paid up yet. Maybe that was where they were supposed to get... It's straight up Route 93 from here. Just keep following the road north. Кумир, я кумир тут смотрю. Welcome. I don't know if you know, but since Jeannie May passed... I think it's time we gave everything back to you, so it'll open the room on the second floor, closest to the lobby. Killed her. Lord Almighty, I can't for the life of me imagine her doing anything that'd make someone want to kill her. Not that I'm saying you're a liar, of course. Так, сознался честно. Sure thing. Have a look. Хрена у него замочный мастер вообще. Слушайте, какой-то тот самый, смотрите, пистолет какой-то уникальный, у него за 5,56 патроны продается, купить. Прикольно. Музон прикольный, в Fallout, конечно, мне нравится. Про какую комнату он говорил, кстати? Про вот эту. Got something good for me? Is it a dress?
На часть оттуда перенести, кстати, сюда, как мне кажется, не? Сейчас я часть из этих ящиков заберу, просто чтобы распределение было, что в следующий раз ИК играть буду. Сейчас все равно много не успеешь за полтора часа здесь поделать всего. Вот, а так я сейчас просто часть оружия заберу отсюда. Броники все. Гранаты все заберу, а мины. Здесь оставлю только проводники всякие. А здесь только оружие будет у меня лежать. Пушка Тесла отошла, разведброня. Так, а револьвер зачем я взял? А здесь только патроны будут. You're making me carry the heavy stuff, aren't you? Откуда столько крышек? Откуда? Играть надо уметь. Собираешь, продаешь, собираешь. Оружие вообще нельзя пропускать в этой игре. Вот так-то я могу сказать. И все дорогое оставлять, как бы. Ну все, погнали, короче, далее. Что-то жрать захотелось мне, правда.
Ё-моё, у меня аж в разном еще осталось тут всего-всего. Я извиняюсь, тоже надо выложить. Ну все, погнали. Сейчас сходим, квест выполним. Половину уже потом. В 3 часа GSL посмотрим. Бляха-муха. То это. Теперь спать захотелось мне. Ё-моё. Заправки тут поспать-то никак. Нет, на заправке Эльдорадо никак не поспать мне, ребята. Бля, зависимость от жвачки это ссаной развилась. Все, ладно, погнали. Скоро роботик грейданет самой. Собаку пока решил я квест не выполнять. Почему? Потому что надо к легионерам смотаться будет. Чтобы она полностью грейданулась. От третьей собаки нужно взять будет. Короче, квестос. Все, вспомнил я эту локацию. Здесь, короче, город какой-то уничтоженный, типа городок. Полностью вообще. Я думаю, что за звук такой вообще? И скорпионы на меня полетели со всех сторон. Кусали бабищу мою. Как они прокусывают силовую броню, я даже не знаю. Попил, как пройти туда, короче. Ты чё, быкуешь, что ли, на меня, слышишь? Уверен, говорит, что ты в правильном месте. Сейчас вам быстро кабину тут развалю. Мамкины бродяги, папкины работяги, блин.
Так, мы отрезаны от остальной части зоны. Здесь кругом легионеры. У нас нет шанса выбраться отсюда, как они взорвут город. Поэтому мы постараемся оборонять сколько сможем. Если кто-нибудь найдет запись, хотел бы, чтобы рядовому Джеффри Хуи, капралу Маркусу Кристенсену воздали воинские почты за их доблестным пожертвованием. Так, понятно. Сверху, да. Got a situation with some great cons right now. The brass of McCarran has ordered me to lock down the ruins until it's been resolved. It's one of the biggest sources of electrical power in the region, so the NCR is fortified. When President Kimball shows up on his inspection tour, I'm sure he'll... Destroyed during the Battle of Hoover Dam a couple years ago. The sharpshooters and the Rangers picked off the Legion's veterans from a distance, and the rest of... Camp McCarran is the headquarters for the NCR military in this region. It's probably just a political thing. You know, give a few speeches. They're an outlaw group primarily trafficking in drugs and other contraband. They usually stay out of... Так. One of my patrols was on its way back from Novak when it came. They radioed for reinforcements, but instead of waiting for us, they chased the cons into the room. No deaths. But not all the squad got. Once the great cons have been killed or captured, you're welcome to retrieve any property they've taken from you. Normally I'd turn you down since I have no idea who you are, but considering that the hostage... All right, I'm going to give you a chance to talk. If we hear shooting, we'll be coming in. Сейчас, погодите, квестон не буду выполнять, потому что здесь... Хочу я просмотреть, что здесь вообще есть в этом городе. Что вот здесь у нас здесь происходит? Не пей ты из сортира, ё-моё. Случайно нажал. Опа, фантом книжица, смотрите-ка. Сколько чат-то будет мотаться там?
Бля, начинает детоксин кумарить. Он жестко постоянно кумарит, блин. Опа. Неплохо. В ванной здесь навалено дерьма всякого полезного. Ладно, погнали квест выполнять. Хорош просто так бегать. Тут там заложники вообще-то сидят. Опа. That courier been wasted back in Good Springs. You're supposed to be dead. Yeah, about that. Don't have it. Benny stole it right before he stabbed us in the back. He's probably back at the strip by now, laughing at me. Меня прикумарило, смотрите, пацана не вижу. Лучше со мной не шутить. He's one of the chairmen, big shots that run the top casino in New Vegas. A friend from the city contacted me. I should have known that the caps were too good to be true, but there was still no way. Just a big fancy poker chip, as far as I know. He's a snake, that's why. He owed us the rest of the pay for the jobs. What's to negotiate? The NCR backs off, we walk out of here, nobody... And face NCR justice? We'd try to bribe our way out, but seeing as how Benny didn't pay us yet... That won't happen. I can't believe I'm doing this. But all right, the hostages can go. The NCR better keep their end of the deal, though. Here, a souvenir for you. It's Benny's lighter. Что не красное, это все чуть не понял. Ладно, сейчас пойду сообщу им, что все норм, можно сваливать. Ну а потом пойду заберу ништячки отсюда всякие. Бля, детоксин меня кумарит. Все, засаную жвачку съел какую-то и все, короче. Glad you're able to get my people freed, but there's a new problem. I just got orders to take out the... My hands are tied. I... You're right. Так, задание выполнено. Пойдем, заберем там все. Что есть.
Эти все собираются, ливают отсюда. Still got a bit of a walk. А почему она красными? Все ж ушли уже, никого нету. Отсюда ТПшную все продам, а потом вернусь сюда и сделаю что? Сделаю я просто этот. Так. Сделаю я, походу, тут еще какие-то квесты есть, потому что 3 из 5 показано. Странно, это очень. И, наверное, там днем кто-то есть, у кого квестанов поднабрать можно. You're back. Так, ладно, сейчас я кое-что в Аленке отдам. You're making me carry the heavy stuff, aren't you? Так, где этот Boulder City? Какая-то дичь, вообще солнце светит жестко. Очень жестко солнце светит, ребят. Так, 15 минут осталось. Сейчас надо было Boulder City этот обыскать, как бы попробовать. И что-то к восстановке их-то найти. Давайте, бывайте, салаги.
Так. На кого я силовую броню одел? Так это не Кэс. Это Вероника, она из Братства Стали. Она только ее и любит носить-то. Ну что, ворону застебать? Я друг зверей, между прочим, смотрите. Они боятся все равно меня. Taking the fiend's head for myself. Legion, our victory at Nelson's a worthy story to tell in my travels. Че, здесь же главного нету в кафехе, что ли? Еще не понимаю. Сколько время-то вообще? Блин, 11:29 уже должен кто-то быть. Блин, стопудово здесь что-то должно быть в этом Boulder City еще. Локация-то большая, потому что очень... Ну, пока я не понимаю, где... Где что и как. Каких-то скорпионов бомбит она, блин. Так, три часика подождем. Неужели в натуре ни одного квеста больше нет здесь? Fiends, we'll а вон. Many... Most of the town is rubble, destroyed during the battle of Hoover Dam. Most of the town... The NCR has been constructing bunkers up and down the river. Travelers over at the 188, just up the road. Most of the limestone comes from Quarry Junction out west. I heard some badass wastelander killed the Deathclaws and deliveries of limestone. I don't think they've gotten the trains up and running yet, but most of the concrete plant workers have come back to town now. Good for... Так, где бетономешалка, кстати? Где-то здесь она была, я видел ее. Так, ребят, сейчас Twitch и YouTube вырублю. Почему? Потому что... А ГСЛ опять смотреть будем. Так, спутник-то чуть пока не вернулся в прим. Туда. Мой молодецкий спутник.
Так, терминал запертый. Давайте терминал ломанем, пока тут этот не начался ГСЛ. Шайтан, ё-моё, где ещё заглушки-то? Чё-то много вариантов как-то осталось, по-моему. Здесь хоп, сразу больше понаходил всего. Но только вариант 4 все равно осталось. Ну, а на четвертое, да, как бы 3 неправильно, а четвертое все равно попадаешь. Какой замок-то, он что-то не понял и открывает. Здесь сейфец, а я и не вижу, что здесь сейф. Выдаю. А я и не видел, надо было просто сейф сломать. Вот я тут тыкаю, сижу, что-то туплю.
Сейчас до города дойдем еще раз. До этого. Короче, сейчас посмотрим жеребьончик ГСЛ-чика и... Опять будем Опять фулыч побегаем, наверное. Козлы. Последок перед завершением. Ладно, пора выходить. Я там сохранился, короче, все сделал уже. Стоп-старт делаю, ребят. Сейчас я Twitch YouTube отрублю. Все на ГГ, кто хочет жеребьевку посмотреть ГСЛ, идите. В StarCraft имеется в виду, естественно. Вот, ну, потом продолжим фолоч бегать.